Приветствую, народ. И сегодня у нас продолжение обзора игры 4x4 Evolution 2. Мы в прошлый раз рассматривали первую часть, которая вышла в 2000 году. Мы делали на нее такой обзорчик. И давайте вот сегодня сравним со второй частью. То есть, что у нас изменилось, что в этой игре особенного. В чем ее фишки, в чем ее графика. Ну, в общем, посмотрим, что она себя будет представлять. Итак, хочу напомнить, что первая часть вышла в 2000 году, а вторая часть в 2001. То есть вот так вот, ну, как бы начали на конвейере ее штамповать. Видимо, первая часть была достаточно такой популярной, поэтому решили, ну, вот, не медлить разработчики, да, и поставить на конвейер сразу быстренько вторую часть. Ну, так сказать, срубить бабла, да, по-быренькому. Хорошо, в общем, переходим в меню. И что здесь мы с вами видим? То есть есть одиночная гонка, есть гонки на время, свободные катания, карьера, есть сетевая игра. То есть, ребята, в 2001 году уже была возможность играть в мультиплеере. Ну, то есть здесь рекорды, профили, настройки. Короче, всю эту лабуду мы с вами смотреть не будем. Перейдем сразу же в режим карьеры. Посмотрим, что у нас здесь есть такое. Так, короче, куда направимся? Есть гараж, есть покупка, есть гонки, есть миссии. В первой части, как вы знаете, также были гараж, покупка, настройки автомобилей и так далее. То есть здесь, в принципе, все то же самое. То есть сделали это более в симпатичном таком виде, то есть сделали мастерскую, типа такой вот гаражик, да, там компьютер, диагностические какие-то приборы и так далее. То есть вы можете апгрейдить эту машину, статистика машины. То есть если мы зайдем в статистику машины, здесь, когда вы приобретаете автомобиль, там в порядке достижения, да, роста по карьере, вы уже сможете модернизировать свой авто, то есть менять подвеску, дифференциалы, короче, вся вот эта вот фигня, которую многие люди любят, которые играют в настоящие автосимуляторы. Так, что здесь у нас еще есть? Также можно менять какие-то определенные запчасти, продавать машину другим игрокам. Даже есть такая фишка — помыть машину, потому как вот, судя с того, то есть я еще, ну, как бы не вникал в тонкости этой самой игры, но после какой-то определенной гонки, то есть у вас пачкается автомобиль. Ну, я думаю, если такую функцию сюда замутили, да, то в принципе логично. Окей, теперь дальше у нас вот покупки, то есть купить машину, купить деталь, то есть у вас есть возможность покупать или сразу авто, или покупать на него какие-то определенные запчасти для увеличения мощности, управляемости и так далее. А ну-ка, кликнем сюда. И здесь у нас вот представлены некоторые такие производители, то есть Chevrolet, Dodge, GMC, Infiniti, Jeep, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Toyota. То есть вот такой вот ассортимент автомобилей. И смотрите, здесь в принципе плейлист достаточно таки внушительный, то есть авто разные есть. Там мы посмотрели Chevrolet, вот смотрите, даже Dodge Dakota, короче, также в общем, автомобили здесь, автопарк, ого-го, я бы так сказал. В принципе, достаточно, поэтому разработчики в этом деле, конечно, молодцы. Так, купить деталь, вам необходимо приобрести машину, прежде чем заказывать запчасти. Короче, ну, понятное дело, все открывается по мере роста продвижения по карьере. И теперь гонки, миссия, ну что это, вы должны приобрести, ну, понятное дело, а здесь гонки, также вы должны приобрести, вы хотите выйти из карьеры. Yes. И теперь, так, ну, сетевая игра, в принципе, ее клацать уже не стоит, потому как, ну, понятное дело, уже никто в эту игру не ездит. Так, идем дальше. Свободные скитания, гонки на время. А ну-ка, подождите.
Покупка, гараж, установить, сменить, продать машину, профили. А ну-ка, что это за профили? Загрузить профиль, ясно. Короче, не будем сюда лезть. Идем. А, подождите, давайте зайдем в настройки. Мне просто вот интересно, есть ли тут поддержка рулей или нет. Так, в настройки сразу. Звук, настройки экрана, настройки управления. Что тут у нас? Тип устройства. А ну-ка. Клавиатура, джойстик, геймпад, цифровой геймпад, руль. Короче, можно даже на руле ездить, но я не думаю, что будет на руле комфортно рулить, потому как сама игра управляется от третьего лица. Как все знают, те, кто на руле ездят, да, что от третьего лица, ну, не очень комфортно, в общем, играть. Так, графон, короче, здесь все на высоких, оно уже автоматически у нас поставилось. Поэтому давайте гонки на время. А ну-ка, что это такое свободное скитание? Продолжить. Ясно, время, погода. Нет, давайте, наверное, гонка на время. Значит, новый быстрый круг. Гонки на известных быстрых кругах. Посмотреть быстрый этап. Значит, новый быстрый круг. Да. Продолжить. Продолжить. В общем, посмотрим. Вот. Так, а где звук? Подождите, что-то звука у нас нету. Вид, инерция. Короче, здесь вот мы можем менять. Сейчас, минуточку. Тут что-то звука нету. Как-то обзор делать без звука не очень как-то комфортно, да? Окей, окей, окей. Сейчас настройки. Настройки звука. Так, отключить звук. У нас он отключенный. Значит так. Звуковые эффекты, звуковое сопровождение. Я все так на минимум поставлю, чтобы и меня было слышно, и... Во, вот так вот как раз самый цинус. Так, окей. Что мы там выбирали гонки на время, да? Начать быстрый круг, все дела, короче, клик. И давайте вот так вот перед началом я вам покажу, то есть показать контурную карту. Ну, вот она у нас справа в верхнем углу. Конечно, она такая, сложно назвать ее картой, но да ладно. Идем дальше. Так, вид, это, я так понял, обзор. Следовать рядом, да? Как? Ага, вот, следовать в отдалении. Вид от капота. С кабины. Ну, это вид не с кабины, а вид из бампера. Точнее, так, вид с окна можно сделать. Инерция. И камера в небе. Ну, короче, режимов, какой обзор вам выбрать для езды и игры в 4x4 Evolution 2, здесь, в принципе, предостаточно. Дальше вид, инерция, следовать рядом. Короче, не, блин, во, вот так вот, наверное, или вот так вот. Так, вид, камера в небе. Что-то. Следовать в отдалении. Так, время включено, навигатор выключено. Ну, а почему? Давайте включим. Пусть будут стрелочки, чтобы иметь представление вообще, что игра нам может предложить. То есть, какие есть фишки навигации. Так. Имена водителей выключено. То есть, смотрите, если вы играете в мультиплеере, то есть имена, в принципе, гонщиков будут отображаться. Ну, давайте включим. Возможно, там у ботов тоже есть какие-то определенные имена. Игра приостановлена. Ну вот и все. Есть, вот мы поехали. Так, управление, ребята, чуть-чуть лучше, сразу говорю, чем в первой части. И физика, так вот машинка подпрыгивает хорошенько. Графику, конечно, немного подкрутили вот за год. За год существования. Ух, а ну-ка, сбивается это все, да. Сбиваются некоторые ограждения, что, в принципе, я также считаю. Это, ух, хорошо. Хорошо работает подвеска, солнышко. Ну, сделано так, конечно. А вот даже трактора, они даже ездят там, что там.
Ого, хоп, хоп. А задний ход есть? Есть, отлично. Так, есть тут еще полицейская машина даже. Ну, как интересно. Хорошо, едем дальше. Ну, в общем, здесь, конечно, они сделали упор. Стоп, не туда мы поехали. Вот нам показывают. А, нет, все верно, все верно. Даже вот эти вот, забыл, как и эти трактора называются, они также двигаются, я так понял, ихняя роль в игре, ну, так сказать, мешать нашему движению. Ух ты, а что ж такое? Это нам, походу, вот так вот нужно объехать, да? Так, ну, в общем, ребят, понятно, да? Как это все здесь сделано, чтобы вам успеть показать как можно больше по этой игре. Поэтому мы не будем ее накатывать. Тут несколько кругов этой игры. В принципе, все достаточно хорошо. Все, автомобили прыгают. А графика для 2001 года вполне себе хорошая. Даже трава есть. Давайте вот к траве подъедем поближе. Ну да, она, конечно, 2D-шная, но тоже неплохо. Вот смотрите, игрок один, это типа наша тень. Я так понял. Ох. А, наш фантом, чтобы увидеть, то есть быстрее мы следующий круг проехали или не быстрее. Это очень круто. Для того времени, я считаю, это очень даже хорошо. То есть смотрю, даже вот как бы деревья понемножку, не то что там, знаете, за счет расстояния они как-то прорисовываются, они уже издали, уже все есть. То есть, в принципе, все хорошо. Так, народ, все, выходим, короче, с этой гонки. Так, выйти, естественно. Окей, так, идем дальше. Быстрый круг. Так, это мы гонки на время проезжали. А ну-ка, свободные скитания. Что это за фигня такая? Трасса. Ага, трассы можно выбирать. Разные. А ну-ка. Вот даже, смотрите, ясно, туман, сильный дождь, дождь. А ну-ка, давайте просто попробуем туман. То есть, как это с туманом это все выглядит. Просто даже самому интересно. Окей. Окей, местность поездки. Клик. Отлично. Даже в то время уже туман был. Так хорошо прорисовывается. Ну да, конечно, издали, в принципе, ориентироваться как-то можно. Даже не как-то можно, а в принципе достаточно комфортно ориентироваться. Ох, машинка как-то тяжеловато так едет. О, ну с бугра уже. Ой, какие черепа красивые. Так, тут вот стрелочки, которые нам показывают. Разные камушки, которые замедляют нам движение. Тоже круто. Короче, разработчики реально постарались насчет физики автомобилей. Уверен, в то время игра была просто мега-мега супер крутой, супер эволюционной. Ух ты. Так, ну я понял, это у нас режим свободные скитания, то есть здесь мы не ездим по каким-то определенным маршрутам, а здесь, в принципе, мы просто катаемся в свое удовольствие, тренируем, как управляться. Ух ты, ё-моё, перекинулись. А ну-ка, давайте вот этот вот домик здесь был какой-то, мне просто вот хочется просто к нему подъехать. Угу. Вот так вот все выглядит. Он не рушится, да? Но заборы рушатся. Да, супер.
В общем, ребят, сами видите, графика, в принципе, очень крутая была для 2001 года. Другие даже игры были гораздо хуже реализованы, чем, допустим, эта игра. Так, ну, окей, короче, здесь все понятно. Переходим дальше. Выходим. А ну-ка, давайте поставим туман. О, сильный туман. Просто вот интересно. Продолжить местность. А ну, какой это сильный туман? Просто пишется. Ну, чуть ближе. Чуть ближе, но тоже круто, конечно. Очень хорошо. Очень хорошо сделано. Ну, в общем, понятно. Так, с этим самым, с туманом. Ясненько. Я думал, будет вообще там впритык. Возле морды не видно будет дороги. Но все-таки, как видите. Так, сильный. А ну-ка, дождь. Попробуем, как оно в дожде. Все это будет. Ну, вот такой вот дождь, конечно, тут реализован такими каплями, как будто может и крышу пробить. Но, учитывая, что игра старенькая, возможно, тогда возможностей еще таких не было, чтобы реализовать дождь достаточно на таком высоком уровне. Да сейчас даже... даже современные игры и то не могут реализовать нормальный качественный дождь. Ну окей. Ну вот только непонятно, то есть вот как-то дождь, он влияет как-то на управление или не влияет. Вот это вот, увы, сказать не могу. Остается лишь догадываться. Так. Так, ну что тут в квартире? Мне просто интересно покупка. Так, купить машину. Ну давайте купим любую Mitsubishi. Пусть. Можем ее купить. Так, вот есть характеристики. Очень интересно все сделано. Можно выбирать цвет. Так. 2000 Mitsubishi Montero LTD. Короче, вся техническая характеристика. Можно ознакомиться с самим автомобилем. То есть вы сами видите, что, ну, как бы... Мы имеем представление, да, можем отобрать себе автомобиль по мощности, скорости, дизайну, ну, короче, все так, как нужно нам, и уже на ней производить карьеру, апгрейдить ее в дальнейшем и так далее. Окей, давайте ее приобретем. Давайте серого цвета. В принципе, нормально. Так, приобрести автомобиль. Ну и что, я приобрел эту тачку или нет? Как-то непонятно, что-то я не могу понять, как вообще тут карьера построена. Нет команды, или нам надо команду сразу сколотить, гараж. Сменить профили, а ну-ка, профили. Новый профиль, скорее всего, что надо профиль, просто там высудили новый профиль. Окей. И теперь имеющие запчасти, статистика карьеры, статистика машин, установить, снять запчасти, сменить машину. Так, вы должны приобрести машину. Так, покупка. Что-то ни хрена у нас не получается ее приобрести. Вам нужно еще 5000 денег, чтобы купить 2000 Mitsubishi. Короче, нам надо тачку брать за 25 кусков. Где-то так, окей. Montero Rally. Ого, 500 тысяч. Что тут есть подешевле? 34. А ну-ка, давайте вот эту самую дешевую лоховскую. 22 тысячи. Она стоит дешевле просто нет. Не, есть, вот, давайте Silverado. Короче, вот эта вот фигня. Вы уверены, что хотите приобрести? Да, хочу. Оп, купили машину. И теперь миссии. Так, коляска, спасение деревни, НРТ, помощь в процессе эксплуатации. Короче, все дела. Нажимаем клик. Так, доставьте аварийные припасы в Бонспург. Короче, здесь есть как, даже какой-то сюжетик, какой-никакой, да?
И уже сильное землетрясение случилось на Аляске. Многие дороги, железные дороги были уничтожены. Отрезанные дороги для доставки припасов в деревне Аляски. Деревня очень нуждается в еде, чистой воде. Найдите деревню, доставьте им ориентируйтесь по координатам. Бонспор на карте. В общем, вот такая вот фигня. Начать миссию. Прикольно сделали. Вот вторая часть. Гораздо все лучше. Так, минуточку, сейчас мы... Как вид из кабины здесь поменять? Окей. Вот так вот, да. Вот так вот самое то, что нужно. Короче, вот дома даже какие-то сделаны. Молодцы, ребята, вообще. Да плоховато она как-то едет. То ли мощности не хватает. Даже лодки плавают. В общем, ребят, сюжет здесь вообще... Молодцы, ребята, то есть уверен, игра была просто крутой на свое время. То есть вот смотрите, вот здесь вот даже дома такие были. Музыка такая веселенькая. Походу здесь нужно нам ехать выше, что ли. Или это мы возвращаемся обратно. Да, это мы возвращаемся обратно. Ну, в принципе, короче, ребят, принцип понятен, да, короче, то есть мы купили тачку, начали доставлять какие-то припасы, то есть нам за это начисляются деньги, мы покупаем новые автомобили, апгрейдим и проходим дальше по карьере, то есть все время увеличиваем мощность, управляемость и так далее. В общем, делаем выводы по игре. Игра очень крутая для 2001 года, я думаю, она была просто супер-мега популярнейшей, что графически, что по управлению, разнообразие, есть миссии, есть сюжеточка даже. То есть карьера очень умно и правильно построена. Если понравилось видео, понравилась эта игра, ставьте лайки. Если не подписаны, обязательно подпишитесь, стараюсь же для вас, ребят. Вот, и... До следующего видео. Будет еще много интересных старых игр, поэтому не пропускайте ни одного видео, будет интересно. Мой канал отличается от других, поэтому все будет на высшем уровне. Всем пока!